Привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Шустрила, Джек Шепард и я, Артур. Поздоровайтесь, бойцы. Всем привет. Привет, привет. Мы находимся в Лопатино. В предыдущей серии мы нашли две машины. Одну сейчас благополучно заныкали, а на вторую отправляемся к аэродрому, да? Да, к аэродрому. Потому что вечереет. Поискать там ПНВ. Здесь Петрович нашу машину облюбовал, слышишь? Какого черта Петрович? Пошел к черту, я его отправил домой. Ну он, по-моему, хотел шину снять, скотина подлая. Ой-ой-ой, тут они работают парами. Отходи, отходи. Не работает. Он начал что? Ну парами, там не только Петрович. А, парами? Да-да-да, скотина подлая. Так. Подбегают, снимают шины и валят. Я не стреляю, потому что у меня Ленфилд. По-моему, я они стрельну. Просто бегают куда-то вокруг. Они, по-моему, в углах вот тут вот застревают и сидят как дураки. Поэтому мне кажется, придется нам имеет выходить. Смысл подняться наверх и запилить их. Ты сверху их не убьешь, они прямо около стен стоят. Ты не сможешь так низко опустить. Я уже отстреливался в этих. Мне кажется, имеет смысл, я пойду возьму быстренько тихим ходом, тут недалеко канистра это. Заправлю наш УАЗ. Так, ладно, мы тебя прикрываем. Заправлю канистры и мы едем. Вообще странно, почему она у вас называется, если это ВАЗ. Ну, я помню. Вон их сколько, они все к нам идут по дороге. Ох, офигеть, их на самом деле очень-очень много. Я поспешу тогда лучше, ночь пока не видно. Давай. Нас просили ночные серии, как раз на этом сервере ночь. Ночные серии без ночного видения. Да, это будет... Слева от тебя один. Я вижу. Еще один. Нет, что он делает? Они гасят тебя. Я вижу. Ты давай вступай. Подожди, бежал. Только что такое просто бред был. Там прям двое на тебя прыгались, пока ты лестнике пытался подняться. Ребята, поспешите, они подходят. Прям стеной. Я сейчас перевязываюсь, я уже забрал канистр, сейчас перевязываюсь и уезжаю. Так, одну секунду. Ну, так, ты уже заправил ее, да? Он уже тут. Да. Осталось уехать. Ну, канистр я вбил и две заправил. Там потом по дороге еще заправимся. Сейчас просто сразу говоришь, но мы садимся в тачку, ты, блин, за руль и валим. И давайте, по коням, быстро, резко, четко. Так, садимся сзади, все отлично. Я внутри. Get as a driver. Все, уезжаем. Артурка? Так, все, погнали. Go. Need for speed. Ой. И в лесенку. Бежит быстрее. Ой, он давай. Долбит нашу машину. Ну это у вас я стою, у меня он ничего не был. А, понятно. Он прям внутри машины стоял у нас. По огню он гонится за нами. Нам налево надо. Я знаю, спасибо, что подсказываешь. Будешь говорить на дорогу? Это будет очень удобно. Вот так вот сейчас по прямой едьте, выйдем на проселочную. Шепард у нас хороший штурман. Он бежит за нами. Ну еще бы он не бежал. Я могу резко сдать назад и удивить его. Не надо, может мне выскочить его и чпокнуть? Не и надо. Все, он встал. Не надо никого чпокать, извращенец-то эдакий. В машине так уютно. Ты все-таки его задавил? Сдал назад, да он бьет нас все равно. Тот сон. А, he's dead. И шути с шестеркой. Another dead man, да. Да, наша шаха крутая. Прямо, конечно. Теперь надо у нашей шахи еще, наверное, есть счетчик до убийств. Да, машина-убийца такая ездит. Че говоришь зря? Зря говорю, мы, наверное, поехали по полю. Да, сейчас уже дорога будет. Так, ну мы сейчас к аэродрому, как там будем действовать? Нужно, во-первых, машину зашухерить, во-вторых, шустрили, нужно снайперить не какой-то позиции. Не будем спешить. Правильно, мы не будем спешить, зайдем, не спеша, все обсудим в лесочке и потом начнем действовать. Да, и прям уж близко не подъезжай, потому что она какая-то шумная, эта шаха, на удивление. Нормально все. Там все засекречено, место есть. Главное потом найти ее в этом лесу, куда я хочу ее спрятать ночью. Без ночного вида. Клево. Машину без присмотра оставим? Да. Ну, то есть где-то он же сказал, где-то метрах в 300. Каким казарм пойдем? Которые около... Пойдем не к основным казармам. Телевышки или которые около, ну, южнее. Рядом с двумя ангарами. Вот там два ангара и казарма. Которая северная. Ну, то есть это не та, у которой мы обычно сортируем. Нет, бывает. Это именно та, у которой мы обычно были. Хотя нам по-хорошему надо сходить на ту, которая вы. Ну, основная, потому что там еще три гаража и есть шанс найти много полезного для тачек. А, вот это вот уже та, в которую мы ходим. Помнишь, Артур, там гаражи цветы? А, ну понятно. Потом пожарная вышка. Давайте сходим сразу на основную. Но опять же, если мы там сейчас встретим бойцов с ночным видением, то. У нас
У нас будут проблемы. Я видел ролик, как бойцы с ночным видением над тремя нобами издевались, кидая шашки и прям в них. И зомби на них, короче, сбегались. Те лежат из кустов, пырятся, как те отстреливаются. Смотрите, смотрите, на них зомби бегут. Еще один флайер туда кинули. Те лежат, поедут, ничего не могут, что происходит. Да, погодка, конечно, так себе. Да, мало того, что ночью видим. Еще и слева вышечка, кстати, Жек ее не заметил. Как так? Это вообще возможно, нет? Не знаю. А, да, вижу, вижу. Дайте я вырезу сбоку до нее. А вдруг там лежит этот М4? А вдруг там лежит Фаррес? Я сбегаю. Все, его клинит уже. Давай. А его надувис, Так, все, ждите, ребята. Ну, я лучше в салоне посижу, здесь хотя бы не капает. Артур, меня крыть не будет, нет? Нет, тебя никто крыть не будет. Я на Артура развернусь и буду ему кивать. Будет там М24, я скажу, ну тут что-то ничего нет, Артур, извини. Ладно, я с тобой сбегаю. Не потому что там М24, там зомби. Но я не стреляю, я чувствую, если вдруг что, я тебя похороню. Короче, смотрите, счетчик я не выключал. Движок главное. Движок там выключен. Блин, я зомби сейчас точно хрен вижу здесь. Одного ходячего вижу, а остальных, блин. Ну давай. Я только начинаю, то есть вступаю в бой, только если вдруг человеки появляются внезапно. Потому что с Ленфилда хреначу и... А у тебя пистолета нет никакого? Нет, у меня только эта винтовка. Ну, может, сейчас найдем ПБС. Даст бог. Я сейчас чуть зомби не вломился. Так, я двух уже увидел. У меня, кстати, были патроны для Винчера, если тебе надо, по-моему. Да у меня их дофига. Я еще в машину кучу закинул. Че, Жек, вспоминаем старые времена, когда мы прятались от зомби. Да? Они убивали их. Я тебя, честно говоря, не очень вижу. Вон, прям на меня идет. Ой, иди вон. Интересно, вон. А что эта кнопка делает? А, понятно. Че это делает кнопка? Бибикая, что? Я тут лежу сзади, меня, блин, зомби передо мной метрах 5 идет, он бибикает. Если бы он рванул, я просто проверил. Я мог бы, кстати, зомби вытянуть, чтобы они за мной бегали. А потом вы меня подобрали просто бы и мы уехали. Просто бы кругами бегал, да и все, ну, вокруг. Ну ладно, ты уже там. Это называется план бегун. Угу. Ты в прыжке запрыгиваешь в открытую дверь, и мы уезжаем. Да-да-да, типа того. А потом кровавая шестерка крошит зомби. Ну ты как бы особо опасен, а это Джолита на, блин, на нашей машинке-то каталась. Не помню, что там за модель пробегала. Так, что тут есть? Здесь есть G17, и я его беру, потому что у меня вообще пистолет нет. И он сразу же. Лучше бы ты его отдал Артуру, Макарыч у меня. Нет, ну пусть берет, пусть берет. Нет, ну у Джека есть уже тихая пушка, у тебя нет, да. Но он не отдаст. Да пусть держит. Я так в основном. Мне нравится сейчас быть на задних ролях, потому что. Ну вот поджали тебя зомби, а у тебя энтл, что делать будешь? Я буду на вас надеяться. Да мы с ним вместе будем идти, никаких проблем, я всех запилю. Джек Шепард дорвался до G17. Пусть радуется. Нашел свою точку G. Фонарик есть у G17. Если что, будешь светить. Ага. Все, я спалился, зомби меня увидел с фонариком. Ну давай, используй свой G17. Бегом. Так, ну давай, дата в машину, я. Елки, ты уже там впереди, что ли? Ну я с фонарем бегу. Я вижу, вы фонарем светите. Ну, как сейчас он светится? Я тоже сейчас свечу. Вот фонари, ребята, бегите на фонари. Давай. А подожди, я свети дорогу, я же просто встану, закиляю их на... Да не нужно никого килять, патроны экономят. Да они ударят по машине, если я в ней сяду. Да надо было просто уезжать. Все, я внутри. Езжайте. На ходу запрыгнешь. Я его не вижу. Я вижу, что с нами ползут. Я почти в лучах ваших фар. Операция «Бросок свободы». Давай, я вижу, вон ты слева от нас. Да-да-да. Скажешь, когда мне остановиться? Давай. Ой, я быстро бегаю, да? Запрыгивай. Come on. Go. Гони. Успел. У меня он не успел. Главное, что у меня успел. Чё ты назад едешь? Да он задавить хочет, похоже. Не задавил, он тебя пинает. Он сейчас сломает тебе машину. Хватит давить его. Это капец. Это ультимейт фейспалм. Вы оба фейспалма. Одна я красивая тут в белом вся стою.
вон этот лесок, про который я вам говорил. Блин, как круто в машине. Спокойно. Но мы уже видели, да? Что может случиться? С того спокойного парня. Тут Артур такой Ахмед сидит, капец. Мне кажется, что террористы на тебе поезд. Silence, I kill you. Когда ты реально пушкой на шустрел наводишь, типа, веди, веди, мы сейчас всех взорвем, да? А я твой сообщник. Какой ты сообщник, у тебя морда такая. Не опасная. Вот вам, конечно, я вот сейчас смотрю в салон на разбитые стекла в дождь ночью, я ничего не вижу. Куда ты едешь вообще, а? Третий вот сам он лес впереди, видишь, там его. Блин, на спидометре даже это... А, стрелочка бегает, офигеть, я думал не бегает. Да, тут все проработано. 26. Еще и правильно показывает. Да. Еще и не просто машина, у нее движок, есть топливо. Да. Ну, почему же классно все-таки в машинке тут кататься? Вот сейчас вот ночью она с этим цветом вообще будет замаскирована сама по себе. Да. Наша остановка, господа. Так, ну я запомнил. Сколько с нас? Наш координат 59. Мы еще не приехали. Это так. Так, все запомнили, да, место? В каком направлении у нас? А, нам туда. Мы там кого-то убили. Выключай прожектор. Где вы? Вперед пошли. Вот мы, да, сюда светишь. Нет, нет, нет. Сюда? Нет. Нет. Ох, блин. Куда вперед-то? Я вообще не знаю. Вот. Выключи фонарик. А, вот он. Выключай, фонарик выключи. О, нас... так тут можно быстро оружие сменить. Да, можно. На кнопочку уже офигеть. С подключением, как говорится. Я опять вас потерял. God damn it. Да вы какие-то сайленцы вообще. Выбегай наружу. Я не знаю, он где-то в лесу заблудился в трех соснах. Стой на месте, ты не подойди. Все, я сижу. Ты в елках, по-моему, сел. Где вы? Я вас не вижу. Короче, я к какому-то заборчику подбегаю. Вижу этот заборчик. Да остановись уже. Я черт возьми, Джек! Вот, стой, 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 а это Артур. А вот Джек, все, да, погнали. Все. Помнишь, да? Выруби, помнишь, выруби. Что ты мне делал, а? У меня ПНВ нет, мне не светит. А, блин. Ну все равно. Ты давай так около этого Айрфилда самого. Таких приколов не нужно. А наоборот, смотри. Мы можем пустить его. Да, пустите меня как смертник. Убежать, фонарик врубать, вырубать, чтобы все согнулись. Ага. А шестрила всех снимет. Давайте все-таки этот... обойдемся без подсадных удок. Хорошо. Ну там, конечно, по обстоятельствам. Если что, мне в первую очередь нужно рисковать. У меня лут самый такой. Да он сообщил-то нет от такового. Ну, все равно хоть что-то есть. Потому что я вспомнил первую серию, 50 минут бегали и вообще никого ударить даже не могли из зомби, то вот печально было. Да, главное, чтобы всех не убили, потом чтобы можно было быстро подобрать своего. Угу. Так, у нас парфюта нет совсем, так что кости тоже не ломаем. Да, от зомби бегаем. Да. Так, ты присядь, пожалуйста. Я нажал, он все равно стоит бежал, вот нормально. Мы с какой стороны подходим к этому Айрфилду? Северный. Северный. Да так, а где у нас северный? Так, все, начинаем смотреть в оба. Сейчас подойдем к взлетной полосе. Я в оптику гляну самые четкие вышечки. Пойдем дальше. Я пока не совсем понял, с какой стороны именно. Мы, короче, с тобой с противоположной стороны. Да. Так, ну это поле либо придется пересекать. Там, кстати, появляется велосипед. Не, мы через него не пойдем. Все нормально. Мы сейчас сначала направо пройдем. Там справа у нас есть еще хорошая вот эта, да, которую вы основной тоже называли, да? Да, до конца. Для меня-то она не основная. Ну я там не был никогда. У меня это тоже не основная. Основная вот здесь вот по лесополосе, если идти. Так, двигаемся дальше. Так, парни, стараемся не теряться. Я вот вижу одного человека. Я вижу только белые эти рукава рубашек и по ним ориентируюсь. Вот это вот, хорошо. Просто если сейчас кого-то встретим и подумаем, что это свой, то будет печально. Нам говорят, что мы зачерствели. Зомби. И Вали вообще всех, кого не попадя. Мы зачерствели только из-за того, что нас валят.
Все просто надоело умирать. Надоело уже. Так бандитский скин пропал, все. Перемирие закончилось. Ну а бывает, что временами, особо кепок-то мы не валим, может, если там человек бежит, у него с фонариком в руках что нам сделать, смысл валить. Не потерялись? Да я бегу тут все. Сквозь елки. Вообще леса, да, тебя вижу еле-еле. Ну реально, нас опять вот сейчас опять матери. Че, все темно. Ну, хотели ночных серий, получаете. Да. Единственное нота, что. Shift. Один может, человек приляжем? Написал. Да вот они там говорят, что типа их там все просят в ночных сериях. На самом деле там 3 Ивана написали в ночные серии, мы типа их делаем. Вот нифига не 3 Ивана. Если бы 3 Ивана просили, не было бы ночных сериях. Он в сторожке, да? Да, внутри. Ползком иду. Да, то же самое. Ой, он выходит к дороге. Ой-ой-ой, как плохо. Ой, все, он спалил. Уверен? Да, бежим. Да. Кого он? Я он же кашепор все доставил. Все по дороге, по проселочной дороге. По дороге бежим. Стрелять, нет? Нет, езжай, тележка, отвези меня домой. Езжай, тележка, отвези меня домой. Он остановился, парня они тоже. Парня звали Джеймс Браун, мне нужно заметили. Дорогие молочный зуб, все, можно стрелять. Гаси. Я как-то подвис странно. Все, я наконец бегу за вами. Я в положении, не сидя, не лежа, замер на месте, не мог двигаться. Это ужасно. Столбняк. Ну у тебя же пистолет в руках, Шепард. У меня снайперка. А так гривот. Блин, вы может чуть-чуть подальше увидите. Ну он сдох, ладно. Нет. Нет. Уже поздно, да, я так понимаю. Ну. Да ложись ты, блин, уже, ну. Наконец. Джек Шепард. Так, у него есть сода. Подпить есть. Возьми. Кстати белый. Говоря, сейчас мне кажется, или сделали, что блин, что я хотел сказать-то? Что когда заходишь на сервер и уже не хочешь ни пить, ни есть. Да. То есть все по полной становится. Ребят, поле сзади белый. Один лягухан может идти. Вы не в ту сторону, ребят, не по дороге, я беру. Да, он к нам идет. Я не вижу тебя, а вот вижу. Нет, это Артур. Ну я вот рядом, я в ту же сторону, где Артур, вот я с поля к вам иду, чувак, где там бегу фанта, ладно? Он по дороге к нам идет. Так, короче, черт, я вижу лишь Артура, вижу. Тебя не вижу вообще. Да вообще, я просто... А вот, все, ты... увидел. Он за нами, Артур. Подходим аккуратненько. Давайте вообще побольше ползать. Я не знаю, правда, как он Джека Шепарда заметил, при том, что смотрел на меня и был где-то в 5 метрах, наверное, от меня. Да, мы ползли с тобой, и он на тебя вроде пострелял, побежал на меня. Ползли ночью, и все равно он заметил. Дождь. Угу. Вот это вот сейчас... Если бы дождя не было, было бы лучше. Все равно. Мне кажется, так. Дождь, он все-таки неплох. Именно для нас. Блин, я тут теряться начинаю. Ну, давайте почти, прямо почти. Друг за другом идти тихонько. Давайте, да. Нам вот так вот прямо через лес. Я вас вижу, хорошо? Видите, там спереди типа заборчика, нам к нему. Нам надо левее свернуть. Не-не, нормально. Сейчас, если тут сидят человек 3 с ПНВ, с ДМРками там, 7.24. А вот там в дальнейшем могут сидеть, вон я уже вижу. Барак. Что ты видишь? Человека видит. Да. Человек видит, он смотрит нас прицел. Что делать будем, да? Я машу ему рукой. Мне кажется, он хочет стрелять. Куе. Куе. Бам! Мне кажется, он не распознал наш сигнал. Артур, попробуй ты. Окей. Куе. Бых. Мне кажется, он реально не распознал наш сигнал. Шепард. Все, тихо. Спокойно. Да у нас поле все равно. Там уже выбор, да, по-моему? А нет. Какой нафиг выбор? Действительно. Что там тихо все, Шус? Да, я так, там вышка просто громадная, я решил на нее посмотреть, мало ли лежит. У меня есть друг, у которого Манечка на эти вышки, он всегда на них лежит. Я говорю, как же тебя не замечают постоянно? Он говорит, ну так вот. На этом серваке же этот отображается. Блин, опять мимо меня заяц пробегает, пугает меня. Ах, черт. Снайпер, заяц. По карте же можно определить, если кто поблизости. Какой черт ты зайца боишься? Не страшно. Они по карте, говорю, пишут. Можно определить, если кто поблизости. А, окей, вы же говорили. Только у меня карты нет. Вы посматриваете время от времени? Ну вот, жаль, что здесь у карты нет режима, как у GPS, то есть маленький квадратик на экране. Да.
такого нет. Было бы удобно. Так, остановимся и посмотрим, давайте. Я только что смотрел. Я смотрел, как Артур сказал. Уже почти пришли. Так, ищем слабую решетку. Вот вроде этой. Окей. Так, вон эти ангары. Так, давайте-ка. Ложись. Одну минутку я это. Че, план цитадель? Сейчас он просмотрит сначала. План наблюдения, да. Так, нужно травку подмять под собой. Это ни черта не нужно. Давай подобную травку. А нет, спасибо. Я могу. Я способен. Радиовышка. Сейчас еще раз. Радиовышка никого. Пожарная станция. Вроде бы галики. Даже зомби не вижу. Ангарчики. Тоже ни черта. Что-то как-то сервер не пользуется особой популярностью. Аэродромы сервера, точнее. Ну, не знаю. Мне бы это только в радость. Игрокам, а еще там же есть еще одна вышка, я забыл про нее. По снаряжению, чем мы чем там делать. Ну все, пойдем. Не знаю, я когда тут был, тут была горочка. Я с нее всех снимал. Ты хочешь убийца. Да я снимал тех, которые меня убивали. Я сначала 2 часа бежал, когда еще не ориентировался. Потом решил мстить, нашел Чезет, пришел сюда и убивал их. Опять все самое интересное между сериями. Как ты мог? Тихо-тихо, зомби, близко зомби справа. В проеме. Вижу. Он идет прямо к нам. Джек Шепард, ты у меня так лежишь и в сторону двигаешься. Я кручусь. Джеки, сейчас. Встань на шифте, двигайся, как нормальный мужчина. Ненормальный ты мужчина, Джек Шепард. Блин, я человек-сосиска. Входим. Так. А он все равно идет в сторону, куда мы движемся. Ну, дача посидел. Его ждение, его путешествие. Господи, лягушка в поле прыгала, я чуть не обкакался. Один заяц боится, другой лягушек. Кого мне теперь бояться? Не, ну лягушка не которая. Которая. Ну я понял. Да, хорошо изобразил. Сразу стало понятно. Да, то есть. Как в этом, в детском садике. Коровка делает мух. Давно было дело. Блин, а вот та лавка все-таки выглядела натурально, я не знаю. Мне пишут, он тут просто перед началом серии нашел лавку. Прям совсем сзади. Слева и... по дороге, да, чуть-чуть. Прыгает. Че, сзади человек? Это Джек. Это я. Вы че, ребята? Я от вас отстал немножко, смотрю, вы сидите. Я смотрю, там кто-то реально далеко, то есть мышь как бы все рядом. И тут там крадется. Nope. It's me. Так, карту нам проверить. Никого вроде бы. В принципе, уже нам бы показали на таком расстоянии. Читеры, используем карту. Осторожно, справа лягухан идет. Да. Так, Шустрил, ну, ты уже довольно далеко вперед ушел, подожди нас. Он опять ушел далеко? А, вон, да-да-да. Я просто его потерял и на месте топтал. Слушайте, вот как мы поступим. Как? Нет, не передумал. Левее. Я боюсь, просто тут зомби, возможно, есть. Поэтому я на шифте пытаюсь. Скинуть бы им гранату по-хорошему, но... Справа на нас идет. Да. Прямо на тебя, Артур. Ой, их трое! Я назад сдаю, потому нафиг что... назад ложимся. Еще один по дороге ползет. Назад все отходим. Шустрил, давай этот... Я уже сдаю. Переждем, пусть пройдут. Все, полный реверс, так сказать. Вот так вообще звука не издаешь. У кого какая температура, кстати? Нормально. У меня 38. Начинаю замерзать. Потихоньку. Давайте за мной направо. Давай. Так, пересекаем дорогу. Джек Шепард, ты где? Джек. Джек Шепард. Черт возьми, похоже, у него технические проблемы. Ладно. Горожка. Так. А ты где был вообще? Это Джек Шепард, да? Да, лавка. Какая лавка? Это БМП.
Второй БМП уже лавкой называется. Ну, боевая машина пехоты. Так, можно чуть-чуть прибавить, ребята. Никто не обидится. Мне страшно все равно. Очень много зомби почему-то, прям вообще много. У лавок, кстати, днище алюминиевое. У лавок. У БМП? Нет, у лавок. У БМП-то нет. Лавки, прикиньте, на мину наезжаешь, и там внутри все очень радуются. Я же стрел потерял этот. Он а я вдоль забора. Он где-то вдоль забора. Ты меня видишь? В упор его не вижу вообще. Меня видишь? Старого сна. О, нет, назад. Ну иди вдоль забора иди, Джек. Нет, не в ту сторону. Да, вот в этом. Ребят, реально, вы хоть глаз выколоть, вообще ничего не вижу. Вот, я вышел к тебе. Прямо на тебя смотрю. Я вижу, да, сейчас. Вон ты. Жесть. Ничего, зато, как это говорится-то, атмосферно. У нас тут своя атмосфера. Да. Сейчас бы в бараках хитпаков понаходить. Сейчас бы в бараках понаходить. Так, тут боец шлепает какой-то. Да, идет туда вдаль. Мы уже почти на месте. Я, кстати, вот тут ни разу не был. Я тоже. Поэтому... Я только на видео шустрил и видел, что он забегал. На шифте, пожалуйста, есть. Ну да. Ты как-то быстро рванул туда за деревья. Не, я там чуть-чуть пробежал и сразу на шифт перешел. Шепарда вижу. Артур, где за тобой? А, ну Артур. Где-то слева там журчание зомби. Журчание. Близко так. Боец шлепает на нашей скорости, нам нужно чуть прибавить. Где он шлепает? Слева по дороге. Туда же, куда и мы. О, еще к нам один. Все, кто-то спалились. Кто-то сагрился. Черт, похоже, что я. Бежит кто-то, да? Да. Я понял. Бежит. Давайте, план барак, ребята. Ты нам покажи, где они. За мной выходите, я тут бегаю вокруг. Давай, видим. Давайте. Топите. Только помните, главное, когда будете заходить, там будет лавочка такая, заходите на нее, приседаете и мышкой влево-вправо. Так вы просочитесь туда. Вот барак, все, мы входим, ребят. Я нифига не понял, какой мышка куда. Вот сейчас, скамейку убрали, лол. Ладно. Так, все, я внутри. Ох, тут вонечки можно набрать. Так, начинай с винчера их отстреливать. Сейчас возьму. Джек, ты зашел? Да, я внутри, все. Осторожно, тут очень много трупов. Вернее, не трупов, а мух. Видимо, кто-то тут все-таки что-то. В окошке могут этот. Я не знаю, я гашу все, что вижу. Что такое? О, кто-то крикнул. Убейте одного зомби, он тут около меня стоит. Да, он меня сейчас бить начнет. Все, спасибо. Вроде. Остались еще кто-то, нет? Снаружи наших нет. Я вроде смотрю. Чистота. Я вообще на слепую стреляю, ребят. А кто бегает снаружи? Не мы? Нет. Снаружи зомби бегает. Блин, меня бьет, ребята. Мне стрелять нет. Мне давай, кости сломали. Я просто кости сломали. Блин, Артур, как же так? Надо было пробегать взад барака. Да кто же знал-то? Так, короче, я меняю пистолет на G17 и включаю у него фонарь. Потому что я ни черта не вижу. Убейте солдата. А тут еще их целая куча. Так, ребята, я перевязываюсь. Да блин, езжайте все в Урюпинск обратно. Только кончатся патроны, присядь, Джек, присядь. У меня же бинтов нету. Шустрел, перевяжи меня. И не вставай. Перевязать? Да. Да не меня, они все на меня наагрились. Все, ребята, я буду просто фонарем светить. Отходи, Джек, граната. Все спрячься куда-нибудь подальше. Че, с ума сошел, что ли? Я безумен. Меня убивают, ребята. Капец. Вязать нам. Ребята, быстрее лечите меня, у меня 4000. Я иду, Джек. Я влез. Заползай ко мне в комнату заползай, Артур, в эту. У меня сзади что-то бьет. Да, тут откуда так и не бьет. Черт, они нас обложили со всех сторон. Запустите внутрь. Шустрее. Мне нужно перевязать. Быстрее меня перевязывайте. Я сейчас кони двину. Я в комнату зашел, куда ты меня приглашал. Это Шепард. Я в другой комнате.
Я понял, захожу в другую, отлично. Я перевязываюсь. Я не могу пройти, Артур, пусти меня. God damn you guys, god damn you. Oh my god. Не переживай, все. Осторожно, смотри, смотри, смотри в дверь, смотри в дверь, пожалуйста. Их слишком много. Я не знаю, что нам делать. Ну, у нас очевидно проблема. Они все на меня идут. Стреляйте, стреляйте. У меня я не могу развернуться. Вообще не вижу, в кого стрелять. Стреляю во все, что движется, мы в комнате. Нам хана, ребята. Нам хана. Все будет хорошо. Мне кто-то в Steam так... так навязчиво слышит. Я этого человека, наверное, удалю. Мне так, кажется, там еще один через стену долго. Если это были люди, то мы бы спалили. Есть, попал в голову. Так, ребята, мне нужно боль утоляющее принять. Я вообще весь терпила сегодня. Ты же где-то было. Я тебя перепрыгну, Артур, ты не против? Да-да-да, перепрыгай. Я потому и не поворачивался, что я привстал, ты бы меня попал. Джек, ты там, да, сзади? Я убил вроде все. Ну как все? Ну, грёбаный ад! Тут же 17. Давай я отстреляю. Все, я отстреливаю. Слышь? Давай. Так, парни. Я не знаю, как вы, а я не жилец, похоже. Меня надо будет пристрелить, чтобы я не мучился. Не-не-не-не-не, мы все сделаем. Бросьте меня, парни, бросьте. No. Чёртовство. Тот Куба, он за дверью стоит и радуется жизни. Ого, да, они на меня все лезут. Почему-то. Еще двое впереди. Киляй, киляй. Возможно, нет, стрелять из Ленфилда было еще... все-таки не самая лучшая идея. Еще Лигухан. Так бы ты умер вообще. Там все? Сейчас... Еще двое идет. Одного пристрелил, сейчас второй подходит меня бить, наверное, будет. Выстрелил в него я. Молодец. Еще один Лигухан впереди, я думаю, я подстрелю. Давай. Нет, давай ты, у меня проблемы. Я? Да. Как мне плохо. Терпи, казак, атаманом будешь. Убил. Вроде бы все. О, здесь лежит МП-5. А, слышишь, Джек? Артур тут сидит. Артур, братиш. Так, хитпэк. Это грёбаный ад. Нормально все. Давно уже нужно было встряску такую. Это чертов ад, я по-другому. Ты посмотри, я хожу по трупам. Их тут больше... 40 человек, я могу гарантировать. Еще один. Да. Еще один. Че я сейчас делать-то буду без морфина и с 2000 жизней? Осматривать комнаты. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Еще! Осматривать лежа это не очень удобно делать. Они все они бегут и бегут. Мне кажется, надо переставать стрелять из винчестера. Так, ребята, я беру топ. Я хочу к тебе внутрь зайти. Что тут есть? Тут ничего нету из этих гиров. Нормально. Вообще ничего нету. Так, да. Ребята, там еще идут, давайте отстреливать. Это сейчас еще и вас сожрут. Сейчас хоть одному из нас. Все, мне все, кажется, все, все. Артуру вообще сейчас лучше просто нафиг гинуть. Ой, он тут. Да-да-да. Давайте, ребята. Пристрела. Я с топором рублю, кромсаю. А один да, сюда зашел. Они прям тут. У тебя нету патронов на G17, Джек Шепард? Нету. Все, хватит стрелять, хватит стрелять, хватит стрелять. Все, пошел топорить. Все, остальных убиваю я с топором. Кто так перезарядил? Я, Винчестер. Ну, сейчас, я думаю, нас уже даже с Электрозаводска услышали тут. Ты выползти хочешь или как? Я не знаю, мне, блин, ходить довольно тяжело. Я нашел домовую гранату, но она не поможет нам. Морфин бы нашел. Мне кажется, нам уже. Тут столько всяких патронов в этих зомбаках можно. Здесь патроны есть, слаги на М1014. Они, по-моему, для чего подходят? Дробовик автоматический, подходит, наверное, ко всем каким дробовикам, типа именно. О, Ренфилд с патронами лежит. Круто. Тейком 69, фраг гранейт. В общем, я предлагаю план побег. Судя по тому, что... А что, МП-5 это... никого не нужно? Да нет, наверное, у меня же снайперка. У меня Ленфилд. Что я, блин, предлагаю? Ты, Артур, без ноги, да? Правильно я понимаю? Да. Я сейчас подъезжаю,
на машине, загружаем тебя, летим в Электрозаводск или в Черногорск и лечим тебя с помощью каких-нибудь там, на больничку кто-нибудь сходит. Это единственный какой-то выход. Ну давай, раз вы не хотите меня бросить, братья. Мы не бросим так тебя, братиш, никогда. На MP5 у нас... так, осторожно, за окном еще один зомби идет. Так, MP5 Джек, точно не берем? Я беру Джек, патроны для Ленфилда, сейчас Артуру дам, чтобы пока... Если что, чтобы мы с ним могли отстреливаться. Бери топор! У меня нет топора. Как это нет? Дети возьмут. У меня есть зомбак топор, если что. У меня последние патроны еще. Давайте я вам дам топор. А, ну то есть у меня же есть топор в этом тогда. В сторону, быстро, кто стоит. Быстрее! Ну, Шепард! Все, зашел. Долго. Давай. Артур, open или спак? Да я тут, я его и не закрывал. Да я тебе открываю. У тебя со спины сейчас что-нибудь нехорошее сделает. Он тебя бьет. Нет. О, как мне плохо, парни. Почему у меня не работает фонарик на этом? На G17. L кнопка. Ну я нажимал, вот, включился. У меня есть честный топор. Как ты, братиш? Ты, блин, аккуратно. Вам идет зомбак, я вам сразу говорю. Да он тут стоит, застрял. У меня есть честный топор, если у меня есть честный топор, это плохо. К нам прям заходит. Валишь его? Ой, ну что он делает, урод? А, я нажал назад, он вперед побежал и упал. Их двое. Кто стреляет? Что, стрела? Я не стреляю, мне не с чего. Так вы тогда сказали, чтоб я стрелял. Блин, у нас слаженная командная работа сегодня. Так, топор в руки как взять? Блин, я лучше... Всё, я побежал, я за машиной. Ты изнутри-то вышел, что ли, уже? Да, уже выбежал, уже убегаю. У нас-то знаешь, какая жесть сейчас, они все к нам долбятся. Понимаю, но я все равно не помощник, у меня только снайперка осталась. Ну, я думаю, они так не пройдут и будут лаговать, но я буду прицел смотреть их. Как так? У вас, мы такие крутые, с машинами, у нас нет топоров. У меня был... Нет, у меня есть топор. Но я не могу бить, я падаю постоянно. Лёжа бей! Так, сейчас. Господи, мы же убили 500 человек, и за мной бежит сейчас все равно 500 человек. Это ужас, это тихий ужас. Он у меня не снимается, почему он у меня не снимается, блин, а? Так, у вас места, говорит, не хватает. В инвентаре. У меня есть идея, давай дам тебе G17, ты будешь хотя бы фонариком мне светить на них иногда. Давай, блин, я не знаю. Ядрен батон, вообще ничего не вижу. Держи. Все, положил. Я реально тупо в ночь стреляю, даже не вижу ничего. Да не знаю, по-моему, тупить пора прекращать уже, блин, давайте этот. На самом деле уже почти 40 минут идет. По хорошему счету, мы просто убили 100 с хером зомби, а они появились заново, и все. И не кончаются. Клево. Да. У меня есть топор, я не могу его достать, у меня, видимо, из-за того, что как-то ноги сломаны, что ли. Я могу его выкинуть на пол, если Джек Шепард его подберет и будет прорубать нам путь к машине, то это единственный, по-моему, выход. Да. Но, блин, у меня тоже есть топор, но если я его положу, у меня может винчестер тупо пропасть. Положи винчестер, дороже, винчестер этот... или твоя жизнь? Или давай я тебе винчестер еще дам сейчас. Давай, складывай. Держи. Все, у меня один слот остался. Так, где наша машина? Я бегу, помните, мы оставили билет где-то в километре. Джек Шепард, аккуратно, они тебя сзади долбят. Мне очень тяжело будет найти ее ночью, когда же мы зомби. Но я думаю, представляю. За тобой зомби бегут много? Потом мне еще надо будет... Да, очень много. А потом мне еще надо будет как-то за вами заехать туда. Да, и мне еще надо будет как-то выползти. Да. Тихо. Там за это дофига просто. У меня ощущение, что кто-то рядом с нами. И не зомби. Были какие-то подозрения на бесшумную стрельбу. Ты зачем закрыл мою дверь? Чтоб к тебе никто не зашел. Они проходят сквозь двери, умеют их открывать. Стопни. Тебя бьют, Джек Шепард. Я топором его гашу. Давай. Орлята учатся летать.
Такая перезарядка, и Артур начинает ползти. Как далеко бьет топор? 2 метра берет. О, отлично вообще. Так, я походу оторвался от зомби. Молодца. Дело за малым. Ты вот как топор в руки поставил, Джек Шепард? Ты нажал remove from tool belt? Remove from, да. From tool belt. У меня не делается это. Ну, пишет, что не хватает места в инвентаре, но у меня места в инвентаре. Сколько оно занимает-то? Так а почему в инвентаре-то? Он в руки его должен брать. Ну, вот именно. Значит, это что-то с игрой. Как ваши дела? Нормально, я зарубил всех, кто тут был. Ну, которые были, по крайней мере, внутри. Места не хватает в инвентаре написано. То есть вы можете потихоньку двигаться, лежа, никого не агря? Нет, нет, еще надо их вырубать. Они бегут, бегут. Это здесь колонка, что ли? Ага. Так, Джек Шепард, вроде тихо, давай, слева, может, в сторону леска? Шуршит. Это я шуршу. А. Здесь реально лавка стоит, но она как-то выдвинула. Все, вроде бы чисто. Давай в сторону леса. Справа зомби слышу. Он за забором. Знаю, это сейчас не время, конечно, но я попью и наполню флягу. Джек Шепард, бляха-муха. Такое место ты не можешь в другом месте. Все, давай, давай. Выползай. И налево. Налево? Так, да, куда я смотрю, здесь лесок как раз. Давай, я за тобой ползу. Погнали. Главное мне сейчас в обморок не упасть. Давай. Потому что у меня персонаж только что быстро полз, и теперь медленно, не может быстрее. О, как мне плохо, парни. Так, в следующий раз сбор. Только старый собор. Не, ну почему? Иначе бы такой интересной серии не получилось бы. Да. Только я сейчас сдохну. Да, я не только кирпичный, тут шелкоблочный, бетонный. Белка надо. А, как мне плохо, видишь? Парни. Я ничего не вижу, я иду по приборам. У меня нога сломана. Иди на запах еды. Сейчас я баночку тушенки открою. Кстати, как у вас с едой, с водой там? У меня только вода, еды нет вообще. У меня крови 1029, как она убавилась, я же перевязанный. У меня 8800. 1000 крови, это очень плохо, ты сейчас должен вырубаться по плану. Ну, вот я и думаю, что я сейчас вырублюсь, я даже быстро ползти не могу. Джек, дай ему пожрать что-нибудь. Нет, да у меня есть что пожрать. Но ну, оно прибавит, там, это банка, она прибавит. 500 тысяч трупов зомби, пошарьтесь по ним, точно у кого-то баночки. Ага, сейчас новые появятся, и придется уже двоих отсюда вытаскивать. Ага. Лучше мы, пожалуй, уйдем, сейчас будем меня лечить, походу. Ползком валите как-нибудь оттуда. Джек Шепард, ты меня видишь? Я потерял тебя только что из виду, только что видел твой ник. Во, все, ты ползешь прямо на меня, да, давай. Да, я почти на месте. Ты лежишь. О, парни, закиньте меня в машину. Ну-ка, подожди, я могу тебя взять? Должен мочь. Хотя нет, кстати, пока сейчас... я лежу. Да? Тащи меня. Сейчас будет очень весело, если мы будем ехать в машине, Артур потеряет сознание в машине, и он может вылететь. То есть из машины упасть и разбиться насмерть. Вот не надо такого. Артур, ты еще хочешь поехать с нами в машине? Обнадежил, да? Но у меня человек с квадроцикла падал уже так. Это плохо. А если на скорости я упаду, это явно будет ничего хорошего же, верно? Ну, вот и узнаем. Это как выпрыгнуть из машины. Мифбастерс. Блин, Джек Шепард, ты меня так смешно тащишь. Ну ты вообще у меня лежишь, я тебя тащу. Нет, я такой задом на этих, гуськом, то есть, иду. Брось меня, командир, не брошу, брось меня, мне плохо. Никогда ни за что не брошу, ты чё, блин? Так, а я тебя он тебе еще червонец должен. Да я знаю, что убирать. Нет, я в тебя тоже не брошу. Так, ну а теперь план поиски. Я пытаюсь найти шестерку. Все, мы в середине леса и двигаться, думаю, никуда не будем. Подожди, а он сможет к этому лесу вообще подъехать, нет? Да, здесь дорога. Хватит меня тащить, отпусти. Я не буду тебя отпускать. Так ты, я думаю, сознание не будешь терять, нет? Да я один раз сознание потерял. Это шестерка. Я потерял ее. Я тебе говорил же координаты. Так я запомнил. В этой серии у нас супер все. Где эта шестерка? Либо ее угнали, либо я сейчас... 51-39 квадрат. 51-39. Ой, так близко? Безумец.
А, все понял. Все, давайте тогда что ли серию закончим. Не-не-не, сначала до машины доберемся. 45 минут. Ну пока что стрел там до машины, пока доедет. Будет то сейчас 60. Просто 5 минут сидеть в тишине и ждать. Ну ладно, тогда давайте на самом деле заканчивать. Как видите, в этой серии у нас все пошло не по плану. И на старуху бывает проруха, так что и нас поломали. Ну как-то это, блин, было вообще, по-моему, глупо. Но тем не менее, в следующей серии, надеюсь, ребята не бросят меня, будут меня лечить. Попрощайтесь, бойцы. Всем пока. Всем пока. А может, и прощайте. Да, все может быть. Увидимся в следующей серии. Пока-пока-пока.